Солнечная неделя в самом разгаре, и хотя на дорогах лежит снег, воздух уже по-настоящему весенний. В блинной столице Поволжья, Сенгилее, Масленица – один из любимых праздников местных жителей. Каждый день в районном центре проходят тематические мероприятия, народные гуляния и традиционные забавы. На третий день Масленицы, к примеру, для местных ребят развернулось целое театральное представление. У нас сегодня, как вы уже, наверное, знаете, у нас третий день лакомки. А лакомка – это яство, это блины, это пироги, да, которых мы угощаем детей. Вот, мы раздаем им сладости и подарки. Дети тоже этого дня у нас очень ждут, и поэтому нам приходится вот обряжаться в каких-то сказочных персонажей в старинно-обрядческом таком стиле, да, и поздравлять всех детишек нашего города. Песни, танцы, кукольный театр, сладкие блины и хорошее настроение. Ребята постарше уже много знают об этом народном празднике, ведь именно Масленица становится еще одним поводом собраться вместе. Мы пекем блины, в основном ходим к бабе в гости. Какие сейчас твои любимые блины? С чем ты любишь блины больше всего? Следующими, кого отправились поздравлять сказочные герои, стали ребята, которые сейчас проходят лечение в центральной районной больнице города. Маленьких пациентов детского отделения угостили блинами и пожелали им скорейшего выздоровления. На сегодняшний день у нас находится 15 детей разного возраста. И, конечно, сейчас состояние их такое. Ну, часть тяжело больные, часть готовится к выздоровлению, часть готовится к выписке. И на фоне вот заболевания принести детям какую-то радость, это все-таки способствует выздоровлению. Мы так, во всяком случае, считаем. Для жителей и гостей блинная столица приготовила много интересного на эту неделю. Мастер-классы по изготовлению оберегов и кукол, массовые катания на коньках и лыжах, семейные посиделки и многое другое. В этом году у нас весь Сенгилей будет охвачен, можно сказать, площадкой масленичными. Начнем мы традиционно в 10 часов с масленичного карнавального шествия поезда от памятника блину до центральной площади, площади 1 мая. Здесь всех ждет большой фольклорный хоровод, домовой встретит, самому шумному участнику поезда будет подарена сковородка. На детской площадке ребятишек ждет квест-игра, а на площадке серебряное поколение с гармошкой, ложкой, люди различных возрастов, поколений, в том числе и старшего поколения, смогут попить частушки. Самое главное действие пройдет в районе речного порта в прощенное воскресенье, где развернутся основные мероприятия последнего дня Масленицы. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.